Всем привет, вы на канале Денис ТВ, и сегодня я приехал в палеонтологический музей. Надеюсь, вам понравится мое видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Приятного вам просмотра. Друзья, сегодня такое солнышко яркое, охренеть. Вот это вот здание музея. Итак, мои хорошие, я уже внутри помещения. Очень много народу, очень много детей. Припарковаться невозможно вообще. Так что, если что, имейте в виду. Сейчас покажу вам фойе этого прекрасного музея. Вот. А, купил билеты. Так. Нас двое. Один взрослый билет стоит 400 рублей. Итак, начало осмотра, мои хорошие. Посмотрите, как красиво. Там просто иллюзия. Как красиво. Хочу бояться. О, охренеть. Какая шикарная стена. Так, идем дальше. Вот нам надо туда. Сейчас бегом, батарейка садится. Батарейка садится, моя хорошая. Вышел. Охренеть. Это мама твоя типа. Просто охренеть, ни слов. Представляете, живые кости мамонта. Так, идем дальше. Так, это, друзья, первый зал. Так, это динозавр какой-то летающий. Тоже динозавр. Идем дальше. Идем с вами. Какая-то древняя стена. Друзья, я не смогу, к сожалению, показать каждую деталь этого музея. Это нереально. И у меня просто нет батарейки. Музей достаточно большой. Я вам быстренько покажу, а вы уже придете сами и все посмотрите. Так, это какие-то рыбы пошли. Какой-то морской зал. Вау, как красиво! Как красиво, сейчас куча фоток сделаю. Какая-то информация. Динозавры кругом. Так, нам надо бежать быстрее. Дальше. Вот какие ворота. О, боже. Вы видите? Охренеть. Охренеть. Охренеть, я не верю. Кости динозавров.
еще вот они стоят. Скелет растительный. Идем дальше. Вот такой хищник. Нет, вот это просто, по крайней мере, смотри, какие зубы здоровые. Это тоже хищник, да. Так, идем дальше. Всем бежим. Батарейка сядет сейчас. Как он большой и длинный. Так, идем дальше. Вот стоят еще какие-то. Так, идем дальше. Завершение осмотра написано. Последний зал это значит. И мы видим вот такую вот красоту. Вот смотри, сынок. Сколько же им веков этим костям? Все такие разные. Очень много, конечно, насыщенные. Конечно, залы насыщенные. Это мамотенок. Мамотенок. А вот посмотрите, иди сюда на шею. Иди на мамотенок Дима. Мамотенка замерзшего. Иди сюда. С этой стороны подходи. А вот мамотенок Дима. Очень известный мамонтенок. 41 тысяча лет лежала в мерзлоте. В мерзлоте, глянь, какой. Маленький мамонтенок. А как я уже видел? Димуль. Понял, что это мамонтенок, потому что шерстью не покрытый. Ну, они, наверное, не играли. Кёск твой. Друзья, это не оригинал, кстати. Мумия, мамонтенок. А я думаю, это оригинал. Ну, самый, один в один. Да? Оригинал такой. Это не скелет, это... А шерсть? Шерсть выпала просто от времени. Но оригинал в Питере, да? Оригинал в Питере, но он так же выглядит. Так, продолжаем. Осмотр. Просто так быстро вам надоело, что даже как-то... Так, все. На этом, друзья, экскурсия подошла к концу. Надеюсь, вам все понравилось. Пишем комментарии, лайки. Приходим в музей. И сами все смотрим. Все, до связи.